Non-stop, або unforgiven. Все по 8 гривен. У Гущо співачка або співен. Все по 8 гривен. Чи є піца, курка або співен. Все по 8 гривен. Як же ж рівно підрівнюється рівень. Казал успевает на самые интересные события в городе. И сегодня здесь группа «Танок» на Майдане Конго. Также уже завтра будет открытие «Альтбир Винотеки» и презентация пива X33. Самое крепкое пиво в мире, сварено традиционным способом. Город Харьков дарит очень много великих людей, не побоюсь этого слова. Александр Горяинов, собственно, Яна Клочкова, Людмила Гурченко и, конечно же, «Танок» на Майдане Конго. Мы сегодня все вместе будем вам подпевать. Я лично буду стоять под сценой и петь свои любимые песни. Как тебе глазами? Он найдет. Я буду стараться. Как сказала бы Маша с моим ртом, меня сложно не заметить под сценой. Хороший будет концерт. Знаешь, я ехал, для себя сформулировал, что еду в родной город посмотреть ему в глаза. Мы вообще приехали в Харьков не только играть концерт, но и сделать еще такой видеосюрприз сами себе, вспомнить, откуда мы. Есть многие люди, которые почему-то думают, что группа «Танок» на Майдане Конго откуда-то не с Восточной Украины. Не отсюда. Да, вот мы им напомним. Сначала, конечно, концерт. Пойдемте его сыграть. Действительно, что мы стоим? Если что, мы кино мы вам покажем. Идем. Дамы и господа, вы не ошиблись, мы находимся именно в Альтбире. Но только это Альтбир Винотека. И подробнее нам расскажет об этом генеральный директор семьи ресторанов Альтбир. На завтра торжественное открытие Винотеки. Чем же она отличается? Это высокая кухня, это 1500 сортов вина, это спокойная, тихая лаунж-обстановка. Это обязательно живая музыка. Как же без нее? Альтбир просто не может без музыки. Потому что он живой. Потому что он живой. Но это классная скрипка. Это замечательный саксофон. Это великолепная фортепиано. Это испанская гитара. Это музыка, которая настроит вас на спокойный романтический лад и не помешает вам насладиться нашими великолепными винами. Люди, люди, их миллиарды, хай им греть. Добрые, сильные, сытые, богатые, все дуже гарные, и я молодец. Совсем маленькая, наверное, была, когда танки только начинали, да? Да, совсем малюточка, да? Сегодня у тебя будет прекрасная возможность с ними сфотографировать, сделать селфи, наверное, возможное, если будешь хорошо себя вести. Ну, если меня арт-директор разрешит, как бы, да. Да, арт-директором, с арт-директором тебе не очень повезло. Настюш, ну расскажи, что еще ждет до наших общих, наверное, гостей, в принципе, в шоу-ресторане «Альтбир». Мне бы хотелось рассказать про то, что наш город скоро, в нашем городе состоится премьера. Первый раз в ресторане будет играть симфонический оркестр. Я считаю, это высшим пилотажем. Надеемся, мы вас не подведем. Приходите к нам на «Призрак оперы», будет вот так вот, обещаю. Да, дорогие друзья, 21 ноября здесь, в шоу-ресторане «Альтбир», вы увидите вечеринку месяца по мотивам мюзикла «Призрак оперы». Будет загадочно, будет таинственно, будет громко, качественно, хорошо, приятно.